Участники соревнований Кубок Победы для торжественного открытия соревнований построены. Командующий парадом подполковник Комендант. Здравствуйте, товарищи! Очень почетно выступать в соревнованиях, а быть среди сильнейших – это почетно, во-первых. Во-вторых, это очень патриотично. Проведя такие соревнования в учебном заведении, мы видим, что ребята отдают память и воспитываются на тех примерах, которые воспитывались наше поколение. Дай Бог, у нас все получится, и они также будут. Я напомню, что здесь выступают спортсмены 2-го и 4-го курса. 4-й курс уже практически распределились, и они будут продолжать эти традиции в своих подразделениях и дальше. Трудно участвовать в таких соревнованиях, если честно. Приходится постоянно работать над собой, тренироваться, готовиться. Но это мероприятие очень важное, я считаю. И готовиться к нему нужно усерднее, чем к обычным, наверное, соревнованиям, потому что Кубок Победы говорит сам за себя, здесь нужно только побеждать. Это стимул всей жизни. Вот мне нравится этот спорт. Я выбрал его очень давно. Именно поэтому стремлюсь все это время, добиваюсь каких-то результатов и стремлюсь к наивысшим высотам.